Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Вот мы первую партию поставили в прошлом году. В этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что мы на вашем предприятии... По вашим технологиям мы производство в марте начинаем. Совершенно верно. И что очень важно, технологии переданы. Это мы пока ни с кем так плохо... Серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже, Владимир Владимирович, практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников, ну, тех, кто больше контакт имеет с людьми. Самая эффективная вакцина – это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то не троллил и не бросал камни в огород. Это самая эффективная вакцина. Самая. Это правда. 2-3 человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть.